любовь такая? Да конечно, да не любит он меня. Ну, ему хорошо, безусловно, я ему нравлюсь, но это не любовь. И всегда в отношениях, когда кто-то любит сильнее, а другой позволяет себя любить, вот так и случается. Ну, он реально вот докапывается до всякой фигни, которая вообще... Ну, типа, я с тобой, а я в отношениях. Я тебе говорю, Лёш, пожалуйста, убери вещи. Я уберу, конечно. А он так от меня зависит. Чувствую, что тебя раздражает. Я говорю, конечно, раздражаешь, когда ты трогаешь мои вещи. Конечно, ты меня раздражаешь. Когда ты какую-то фигню несешь, я говорю, никто не хочет с тобой разговаривать, ты берешь, разговариваешь. Ну, я уже ж не первый раз говорю, ты с ним не трогай меня, говорю, ночью. Полине говорил, одной говорил, этой говорю, блин, не трогай, хочу спать, блин. Потом сижу, блин, конечно, мне плохо, блин. Конечно, я буду орать матом, как не в Минько, блин. Потому что почему-то никто не слышит, когда тебя просят что-то. Кристина очень педантична, она не любит мусор. Видишь, она всегда говорит, что тебе... Да мусор не надо, это мои вещи. Вот ты хочешь убирать свои вещи, отстань от меня. Я говорю, отстань от меня, она не понимает. Она берет, продолжает, знаешь, такое ощущение, как целенаправленно.